Совет муниципальных образований Московской области каждый год в течение 10 лет ищет лучших специалистов по всему Подмосковью. За пальму первенства борются десятки работников администрации, начальников отделов и управлений. Каждый представляет творческий проект по одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться в работе. В этом году Станиславу Радченко равных не нашлось. Подал конкурсную работу, которая называется «Совершенствование работы депутатов с населением». Были предложены некие новые формы взаимодействия, в частности, через интернет-порталы и социальные сети. Сейчас его рабочее место в здании администрации и должность председателя совдепа. Но времени хватает и на общественную деятельность, спортивную и на свежем воздухе. Мы проводим тренировки и мероприятия спортивного такого направления, в частности, мотокросс и питбайк. Все эти мероприятия мы проводим в деревне Гурки. У нас там, сертифицированная трасса. И каждый может попробовать свои силы, потренироваться. Помимо мотокроссных полей, он охватил и леса Ленинского района. На базе станичного казачьего общества проводится конное патрулирование лесополосы и дачных хозяйств. Цель – предотвращение краж и лесных пожаров. Добрый день, казачья народная дружина. За эти гражданские инициативы Станислав Радченко получал в течение 4 лет премию губернатора Подмосковья. Так что сегодняшняя победа для него не первая и, надеемся, не последняя. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.